Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я готовила вот такой рис с курицей. Курица по этому рецепту получается сочная, нежнейшая, мягкая. Рис такой, он и рассыпчатый, и в то же время очень сочный. Сейчас я вам расскажу, как я его готовила. В кастрюльку налила 5 чашечек воды, поставила на огонь. Сейчас посолю, добавлю специи. На сковороду налила немножко растительного масла и выжариваю жирные части от курицы, отрезала возле там шкурочку с жиром. И сейчас немножечко выжарю жир, потом добавлю кусочками мяса. Куриную грудку, филе со шкурочкой, сейчас разрежу кусочками и тоже положу в сковороду. Нарезаю второе полуфиле, тоже кусочками, и добавляю в сковороду. Мясо обжаривается с одной стороны, я его не мешаю на большом огне, капельки растительного масла. Сейчас кусочки зарумянятся и положу в кастрюлю с кипящей водой. Поджаренное мясо вместе с жиром положила в воду, опять закипело, пенки не выделяется. Закрываю крышечкой и будет тушиться полчасика. За это время буду нарезать лук и тереть морковочку. Крышечкой накрою. Дальше тушим полчаса под крышечкой. Порезала кубиками одну луковичку и потерла на крупной терке одну большую морковь. И тоже добавляю курицы. Добавила курицы. Продолжает тушиться под крышечкой. Чашку длинного риса промыла, хорошо перетерла его, когда мыла. Курочка протушилась полчаса. Аромат неземной. Сейчас засыпаю рис. Закипело. Помешаю, накрываю крышечкой и будет вариться до готовности риса. Крышку не буду открывать, мешать не буду. На рассекателе примерно 30 минут. Через 15 минут видно уже, что вода наполовину ушла. Ну, пусть еще постоит минут 15. Наш рис проварился еще 15 минут. Вот такой получился. Сейчас под крышечкой он еще постоит, упарится минут 5, и можно подавать к столу. Такой вот рис получился. Рассыпчатый, красивый. Сейчас попробуем, какой он. Такой пушистый. В то же время сочный. Курица мягкая, нежная. Украсить можно помидорчиками. Вот такой рис с курицей получился. Очень сочный, нежный, мягкий. Приятного всем аппетита!